Опа. Лёх, ты что задумался, брат? Зима скоро, блядь. Ну и к чему ты это ляпнул, блядь? Хер его знает. Зима скоро. Утепляться надо. Да. Здорово, чели. Привет, Мишань. Как всегда, рад тебя видеть. Да, взаимно. А я как всегда, я же этот блокер. А, ты блокер? Да, брат. Я понял. Видал я блогеров на своей жизни. Ладно, ну из камеры давай вот про него снимем обзор. Оп, давай, давай. Это, короче, у нас опять новинка пришла, прикинь. Опять новинка. Вот. Это Avantis Hunter 200 Big, короче, прикинь. В комплектации Big. Basic, конечно, да. Но я про все сейчас комплектации все расскажу сейчас. Вот. Да, хотя я его покажу. Ну такая вот пушечка, ну, короче, он длиннее вот обычного хантера Ньюшки, который ездит. Ньюшку помнишь? Ну. Он длиннее ее, короче, и шире. Ну, то есть поэтому Биг, короче. Ну, короче, видишь, здесь добавили пластик, короче. Пластик здесь добавили. Ну, вот то, что просили люди, типа, расширение, да, сделать, да, короче, да, вот да, тут да. Сделали. И спереди, и сзади мы добавили пластик. Ну, и удлинили его, конечно же, тоже. Но в целом вот. У него получается вровень с колесами. Да, да, вот именно. Mm-hmm. Ну, это прикол, это прям по кайфу. Мне это зашло, прям, честно. Блин, вот опять мне модель это прям понравилась. Прям, в смысле, вообще пушка, вот, серьезно. Вот, смотри, 200 кубов двиган. Вот, воздушно-масляное охлаждение у него, смотри. Вот, у него здесь вот радиатор, короче, стоит. Ага, видно, видно. Вот, прям все четко, я все его сделал. Прям конкретно установили, прям нормально. Блин, мне очень нравится. Подвеска у него, видишь, подвеска на одноторотнице. Спереди. Сверху. Я говорю, блин, вообще обслуживание его прям вообще в идеале. Можно прям обслуживать, ничего там не снимая, значит, не разбирая вот это вот, не ходить с комплектом ключей. Вот, потому что, ну, это пиздец. Ну, ты прикинь, вот эту хрень, он как бы весит килограмм, ну, 170 где-то вот у него вес. Вот, но опять же, его же надо куда-то поставить, чтобы выше, если, ну, допустим, обслуживать его, тоже надо. Вот, дисковые тормоза, кстати, гидравлика спереди и сзади. За что ему огромное спасибо. Выжим. Аж из гейна. Да. Выжим у него очень приятный, то есть он легенький, то есть, ну, ребенку прям вот чуть-чуть выжил, все, он уже стоит. То есть у него морда еще такая солидная? Морда у него, да, морда у него вообще прям... Прям дутая такая, мощная. Смотришь вообще. Вот здесь пусто как будто, да? Ну, как будто бы, да. Пусто, да. Знаешь, что здесь будет? Ну-ка. Это, смотри, это у нас комплектация Basic, а еще есть люкс и премиум. Люкс, короче, от Basic отличается тем, что у него здесь уже лебедка, короче, стоит, понял? Ага. Вот, лебедка стоит. Че, как прям как на этих? Здесь спинка еще стоит. Как на старших дорогих братьях с ПСМ-кой? Да, слушай, еще и лебедка, причем, ну, она неплохая, в смысле, на 3,5 тонны выдерживает. Он 180 весит на 3,5 тонны, да? Да, то есть как бы вообще прям прекрасно. Мне кажется, лебедка даже чувствует. Вот. Причем площадка как бы сделана довольно-таки неплохо. Сзади. Сзади вообще прям прекрасно. Я вот фонарь поставил прям. Вот, короче, нет. Тормоз. Еще самое приятное, задний хвост приятный. Вообще суперский. Задний хвост свет прям, холодный. Да, приятный. То есть я говорю, прям вообще бомба. Единственный один минус того, что они не сделали, они не поставили сюда фаркоп. Хотя бы на Basic они могли бы его сделать. То есть хотя бы. Ну, знаешь, слава богу, площадку сделали, ничего доваривать не надо. Тут я согласен. Как бы сам фаркоп-то стоит там 800 рублей, по-моему. 990. Или 990. 990 он стоил. Да, панельную уборку сделали приятную. Вообще. Сейчас я говорю, чисто с кайфом. Поворотнички даже. Ну, даже пипикселей не видно. Иди смотри, вот поворотники. Спереди. Видишь, диодные ленты они здесь сделали. Ага. Дополнительно. Да. И сзади тоже приятно. Все на диодах. Все. Да, вот то же самое. Вообще приятно. Электростартер. Ручной стартер идет. То есть, если аккумулятор вдруг, не дай бог, сел где-нибудь вдалеке от дома, да? То есть ты его столкачаешь, ты заведешь, он же вариатор. Вот, то есть дернул, завел, спокойно. Я говорю, блин, вообще обалденная техника. Здесь у нас, смотри. Здесь у нас
чётенько. Все есть. Инструменты. Здесь у нас аккумулятор. Причем аккумулятор, видишь, в отдельном кармашке. Угу. Не так, как у некоторых, знаешь, снизу такая площадочка идет и все на этом. Вот, а здесь, то есть, уже все закрыто, грубо говоря. Предохранитель тоже все есть. Обязательно. То есть, если перепутаешь что-нибудь, да, то есть, не так страшно. Сразу еще идет дополнительный предохранитель. И запаски еще, да. Да, то есть, в принципе, возможности у этого квадроцикла. А, подожди, подожди. Еще вот это, кстати, классный плюс относительно других квадриков, да, то, что фильтрбокс в свободном полете, короче говоря. Фильтрбокс, да, вот здесь открутил, гофру снял, все, ты его вытащил. То есть не нужно ломать руки, чтобы они были у тебя под 90 градусов, чтобы достать что-нибудь. Да, и легкий доступ, вот это самый кайф. Розеточку свою сделали. Не может не радовать. О, USB-шная сразу. USB-шки, ну. Вот это, конечно, супер. То, я просто тебе говорю, блин, мне вообще прям эта моделька мне очень понравилась. Едет она вообще прям бомба. Также по документам она идет как машинокомплект, ни регистрации, ни прав, ничего не требует. Обалденно. Ну и по дорогам еще пользоваться, конечно, тоже ездит, но нежелательно. Едет он бомба. Мне нравится, как он не вибрирует, понимаешь, как остальные китайские аналоги. Он не вибрирует так сильно. То есть ты едешь на нем, тебе приятно ездить. Именно, что почти от 250-ки как будто бы даже стоит. Цепь 520 усиленная. И подрыв у этого квадроцикла, то есть мне прям вообще нравится. То есть он прям рвет и мечет. Помнишь, мы где выезжали на Хантере 200-м? Ну? Вот этот вот подъем. Он тоже оттуда вылетает, прикинь? Да, хотя только разница... при этом у них разница в полтинник, да, практически? Да, да, да. Весь разница практически в полтинник. Блин, мне, я тебе говорю, мне вообще прям нравится. Здесь площадку наконец-то не сделали больше, то есть... Да не, ну даже что сюда поставить, что сюда можно. Даже поставить. Моя лопища здоровая, блин, и то сюда как будет. Конечно. Сюда, ну, сюда, куда угодно. Ну, двухуровневые сиденья, считай, видишь? То есть для пассажира. То есть это не полторашка, как обычно говорят, да? Не, комфортно, комфортно. Комфортно, конечно, я про что и говорю. И ценник у него приятный. Ценник у него в районе, если собрано видео, у нас, да, забирает. То есть, ну, где-то 173-950 примерно. Для, блин, для нового квадроцикла это неплохая цена, я считаю. Ну, конечно, это как бы лучше, чем, допустим, бушку убитую стелса брать. Конечно, конечно. За эти же деньги, блин. Конечно. Если не дороже еще. А по поводу комплектации, смотри, у них, вот это получается у нас Basic пришел, вот, потом будет еще люкс и премиум. У люкса, считай, идет спинка, вот, идет лебедка уже. Угу. А у премиума, так там вообще, там дополнительно почти такое. У него идет дополнительно сюда фара устанавливается, сюда. Стоит лебедка, стоит подогрев ручек, стоит спинка, стоит фаркоп. То есть, блин, прям, ну вообще бомба. Поэтому я говорю, классная тема. А сейчас, видишь, сейчас тем более еще зима будет. Вот, ну подогрев ручек, конечно, можно отдельно у нас купить. У нас они есть. Да, тем более зима будет скоро. Ладно, Миша, давай. Ну, зима скоро уже, да. Давай, брат, тогда до этого. Давай. До следующего. Давай, года. Все, счастья, здоровья. Всего доброго.